пик, Кан-Гранде представляет собой наиболее примечательный острый пик Нек, Сан-Томе и Принсипи, Африка, находится на юге острова Сан-Томе в национальном парке Оба. Резко поднимается на высоту более 370 метров над окрестностями, общая высота 668 метров над уровнем моря. Впервые восхождение на гору было когда? 200 лет назад? 150? 100? Нет. Первое восхождение было совершено только лишь в 1975 году португальскими альпинистами, то есть всего лишь 40 лет назад. А до этого туристы и исследователи разбегались в разные стороны с душераздирающими криками, похлеще, чем звучат в фильмах ужасов при виде страшного племени вулканологов, которые вокруг этой священной горы водили хороводы под барабанную дробь и проводили оккультные обряды, произнося священную молитву Википедии. Часть горы была сформирована магмой, выходившей из жерла активного вулкана. Вулканический горный хребет, частью которого была когда-то гора, теперь полностью разрушился. Все, кто приблизился к горе и усомнился в божественную веру религиозных вулканологов, был заживо зажарен и съеден. Оттого до португальцев не сохранилось ни одного сведения об исследованиях, что это всего лишь окаменение, а не металлическая смесь, вырвавшаяся из недр земли какого-то мифического ядра так называемой земли. Пик Кан-Гранде переводится как «пик огромной собаки», то есть тот самый детородный орган, который делал больших щенят, что больше похоже на правду, нежели фантастическая версия о божестве какого-то там вулкана. Thank you.